Добрый вечер, мои дорогие друзья, подписчики и будущие подписчики. Сегодня у нас еще одно видео из моей рубрики «Распаковка». Что значит моя распаковка? Это будет быстро все открыть, не описывать особо коробочку, я не считаю это нужным, и посмотреть, что там внутри. Потому что парфюмерные компании пытаются нас удивить и туда чего-нибудь интересное кладут нам. Что у нас сегодня на повестке дня? Сегодня у меня посылка от лондонской новой компании парфюмерной, которая называется Галливант. Основатель Ник Стюарт. Он основал эту компанию несколько лет назад, она достаточно молодая, но подробно о ней, об этом новом лондонском парфюмерном доме я расскажу вам в своем другом видео. А чтобы не пропустить ни одно мое видео, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк и напишите в ваших комментах, есть ли у вас что-нибудь из компании Галливант. Ну что ж, начнем открывать. Я еще ничего не открывала, видите, совершенно все запаковано. Где-то у меня тут ножичек будет. Резать, не дожидаясь перитонита. Да, наверное, тут. Так, ну первое, как всегда, это бумага. Карта Лондона. Ну что же, Хайд-парк, Бромптон, Челси, Саут-Кенсингтон. Посмотрим. Вот это сюрпризы. Карта Лондона. Вот, кстати, спасибо. Очень, очень важная вещь в доме. Можно даже в рамочку и на стенку повесить. Будет украшение. Так, ровненько. Вот так. Замечательно. Мне нравится. Мне уже нравится. Первый сюрприз. Класс. Так. Я даже не знаю, с чего тут начать. Вот. Видите? Заказывала одни духи. Одни. Которые, кстати, называются Лондон. Поэтому у меня карта Лондона. Я же заказала духи Лондон. Так, ну что же. Тут какая-то... Ого-го! Ого-го! Тут посмотрите, сколько тут всего. Happy wish. Dear Natalia. You enjoy the perfume. Спасибо. Так. Это надо сохранить, мало ли. Потом коллекция. Что это у нас? Что это у нас? Это у нас лифлеты. Такие, не лифлеты, а как это, флайерс, да? Это не просто открыточка. Здесь, конечно, все адрес и вся информация о компании. Но здесь еще есть написано, что специальный оффер, специальная скидка. То есть... из 8 пробников, они, кстати, у меня есть, вы можете купить за 25 фунтов всего. Следующее, что-то... Ух ты! Я это не заказывала. Roll-on Perfume Oil! Вау! Так, как же это открыть? Мне нравится. Ну, вот видите, как сейчас хорошо заказывает. Наконец-то я отклеила все там... заклеилки, которые держали его. И вот я его открываю. Ух ты! У этих парфюм... В этой компании они используют очень нежные цвета. Если вы видите все флаконы, и вот, пожалуйста, масло. Масло, ролл. Здорово. И видите, какой... Такой нежно-нежно-голубоватый, бирюзовый, тончайший цвет с белым и золотом. Очень красиво, очень нежненько и очень изысканно. Спасибо, Ник. Так, это откладываем, а это мы не откладываем. Эти мы сразу... Ой, ролл. Не буду сейчас рассказывать, что я чувствую. Ну, я, конечно, расскажу, когда я попробую... этот аромат. Так. Ну и наконец-то сам парфюм. Ну что же, очень красивая упаковочка.
в бумажку завернутая, заклеенная на клеечке наклеенной. Придется разрушать опять всю эту красоту. Ну что делать? Никуда не денешься. Открыть-то хочется. Бумажкой не придется пожертвовать. Открываем, разрушаем, достаем. Все, бумажку достаем. Посмотрите, как красивенько. Белое с золотом. Очень элегантно и очень изысканно. Очень. Ну и тут придется раскрыть целлофановую оберточку. Сейчас мы все закрываем. Достаем. Оформление, значит, какое вам видно? Вот какое. Видите, коробочка внутри и сверху такая выдвижная. Осторожненько. Главное, чтобы видно было. Вот. Вот. Да? Ее откладываем. И вот у нас какой опять вот этого цвета. Это даже не утиное яйцо. Это еще нежнее. Это нежнее, чем бирюза. Бирюза вообще не то. Это нежнее. Очень нежный цвет. Надеюсь, вы видите. Под моим видео я поставила линк, по которому можете пойти и купить вот этот вот набор пробников. Там, по-моему, 8 штук. Да, там 8 пробников за 25 фунтов. И еще, если вы после этого когда-нибудь закажете флакон духов у этой компании, то эти 25 фунтов будут высчитаны с цены вашего флакона, что я считаю очень классно. Очень красивая твердая такая упаковочка. Там у этой компании все флаконы 30-миллилитровые, маленькие, что очень хорошо, мне вообще идеально подходит. Оформление розовое золото, насколько я понимаю. Достаем. Этот аромат называется Лондон. Ничем не пахнет, как обычно. Первый пшик, как всегда, никогда. О! Немножко развеем. Ну, мне всегда хочется ткнуться носом сразу туда. Да, это он. Это он, ленинградский почтальон. Нет, лондонский почтальон. Вот я вам не расскажу сейчас, чем он пахнет. Он очень благородный. Он меня уносит в какую-то большую такой зал, старинный, не замок, но какую-то такую большая комната в старинном каком-то доме, графстве лондонском, где стоят кожаные кресла, пахнет кожей, пахнет... Да, кожа тут прямо очень сильно чувствуется. И чаем. Такое впечатление, что ты зашел на английское чаепитие в какой-то старинный, ну, не замок, но что-то типа замка, графства, лордовства. И там, значит, вот все джентльмены, они пьют 5 o'clock tea. Вот прямо чаем тут. Очень благородный запах. У меня был пробник, я его выбирала. Очень довольна вот этим вот подарком, очень довольна открыточке, очень приятно, когда тебе сам основатель пишет добрые слова, подписывается, я их буду хранить, потом передам следующему поколению. Ну что ж, сегодня, наверное, распаковка наша закончилась. Немножко у меня тут, видите, бумаги. И я буду ждать следующие свои коробочки, которые ко мне придут. И буду распаковывать их опять перед камерой, чтобы поделиться первым впечатлением. И посмотреть, на что еще способны наши парфюмерные компании, чем они могут нас удивить. А на этом спасибо вам, что оставались со мной, что посмотрели до конца. Пожалуйста. Ну, вы знаете, что поставить, где подписаться.
И, пожалуйста, напишите мне, есть ли у вас какой-то аромат из этой компании. А также не забудьте, что под видео я поставила линк, по которому вы можете пойти и получить набор пробников за 25 фунтов. Ну вот, спасибо, что смотрели. Теперь уже до свидания. До новых встреч. Заходите на мой канал и смотрите дальнейшие распаковки. Пока!